Вчера вечером в Москве скончался легендарный режиссер, писатель и поэт Эльдар Рязанов. Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Эльдар Рязанов попал в больницу еще 21 ноября. Тогда его определили в обычную палату, так как повода для перевода в реанимацию врачи не видели. Ранее в августе этого года его госпитализировали в кардиоцентр имени Бакулева с диагнозом инфаркт. Тогда же ему сделали чистку сосудов. Знаменитому режиссеру было 88 лет. За свою жизнь он снял около 30 фильмов, среди которых популярные и любимые многими до сих пор картины, ставшие классикой советского кино. «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Вокзал для двоих».